Всем доброго вечера. Уходит за эту гору солнце. Ветреные, такие ветреные дни у нас в последнее время. Ну, по крайней мере, дожди прекратились. Достаточно тепло, иной раз даже жарко. Но ветер тоже сегодня не холодный, так же, как и вчера. Одно время был такой ледяной, просто ледяной какой-то ветер. А еще про краски, знаете, что хочу сказать? Сегодня отдыхали, сегодня пятница. Но у меня сегодня выдался свободный день, абсолютно свободный. И он у меня прошел как суббота. Ела, спала. Сейчас вторая долгая прогулка с Левой. И я сейчас покормила Леву. Сама тут что-то там перекусила. Смотрела блогеров своих любимых с Корги из Петербурга. Ники и Тафи. И вдруг поднимаю глаза и смотрю в сторону. И, знаете, такой вот кто-то мне уже написал: ярких вам красок. И действительно, когда меняют хрусталик, вот Маша мне тоже, моя подружка из Питера, говорила, ее мама сказала после того, как ей поменяли хрусталики, она сказала, что ярким мир стал. И действительно, такое впечатление, что, знаете, фильтр поставил. Вот как сейчас есть в интернете, в программах, в монтажных, в этих фильтры разные. Да, ну, вроде как бы зелено и красиво кругом. Фильтр добавляешь, и еще более зелено, вот именно яркая такая зелень. И вот сегодня, видно, уже глаз немножечко так уже оклемался, скажем так. И, ну, вот сегодня что у нас? Сегодня четвертый день. Я не могу сказать, что я чувствую, что... У меня сейчас дискомфорт только из-за того, что разное зрение. И, соответственно, мне хочется либо один глаз прищурить, либо другой. Ну, вот в очках, когда хожу, прищуриваю левый глаз, который оперированный. Народ начал опять заготавливать, видите, вот эти в прошлом году, прошлогодние дрова, политые дождем и высушенные солнцем. Собственно говоря, в прошлом году очень-очень люди переживали, что будет холодная зима и нечем будет топить. Все заготавливали дрова. Ну, так эти дрова так и остались. Будем очень сильно надеяться на то, что в этом году тоже будет... Ну, такая щадящая зима, какая и должна быть на юге Германии. Ближайшие три дня не обещают. Как раз время масок с пилингами. Потом подпитаемся Augenlippen вокруг глаз и вокруг губ. И вот такие лифтинговые капсулы потом нанесу. Ну и кремчик. И кремчиком заполирую. Потому что сегодня у меня термин аж в 16:40 во Фридрихсхафене, сегодня у меня физиотерапия. А сейчас, ну, кое-что там поделала на кухне, Левку выгулила, и сейчас займусь немножко собой. Потому что я делаю сейчас, знаете, я делаю сейчас такие достаточно длительные перерывы, долгие, чтобы просто полежать с закрытыми глазами. Реально, ребят, устаю, когда глаза разного, разной направленности, разного качества зрения. Левочка тоже улегся отдохнуть. Долго мы не ходили, не гуляли, потому что прям сильный дождь начался. Ну ладно, будем отдыхать.